чайник, горелка. Ты на себя посмотри. Да ладно. А, так и есть сил? Панчер на машине был. Мы едем? Я плакал, скажу. Имею в виду, мне будет страшно одному. Да-да, сейчас он догонит. Кое-кто уже с утра позавтракал кабанусом, закусил яйцом. Мы хотели фотографироваться будем. И чувствует себя хорошо. Дисциплинка у вас расшатана, господа. Володя, что ты кричишь? Глаз за глазом не нужно, все. Мы сейчас узнаем, кто победит, тормоза или резин. Вадим уже проехал ручей туда и обратно, я так понимаю. Сейчас это сделает Люпус. Хорошо, что не стреляет. Не, он вклеит. Вклеит. Лидерман попадут. Не, ну конечно, смотри, это же только первый номер. Рубль 2, пожалуйста. Вилка, где лесистовик? Сейчас там колодец может быть на черт сколько, потому что он загибается и вот туда уходит. Это, видимо, водосборник, поскольку это рядом с водопадом. Компромат собираешь? Ну, у меня уже столько есть. На обратном пути будем договариваться. Ну, могу я оторваться когда-нибудь и в прямом, и в переносном смысле. Это не как кладбище. Нет, вот там нет. Вот вон там не стоит. Да. Это магия. А это мухи. Уважаемые. Смотри, место для свечей. Сейчас пойдем посмотрим. Бочка варенья и ящик печенья. Серьезно? Ну-ка, ну-ка. Погоди, погоди. А, да? Смотри. Дедушки, бабушки. Ну да, чтобы они из голода. Видишь, кто-то приходит ночью и подрезает. Ну да, такие значит, вот бабушки, дедушки, как мы. На холицерии после вчерашних, позавчерашних дождей.
оказалось немножко воды. Больше и больше достаю. Дубль 2. Секунду. Полупешеходный маршрут. Поехали! Игорь! Ну что, поехали? Да. Нам туда ехать? Нет, туда. Кто едет? Это, кстати, джипы, это люди, которые идут пешком на Брехат-Сира, и потом вдоль Нахаль-Целим возвращаются. Есть тут круговой маршрут пеший. Боря, ты один устаешь? Поеду? Не, Боря одному мы не оставим. Кнопки не пишем написано. Алла вон еще что-то. Что, могу тебя подержать за ручку, чтобы ты посмотрел. Я посмотрю. Марина, Илюха, если ты там встанешь, я приду раскачивать скалу. Она сама не так качает, осторожно. Все, молодцы, как иди упасть. О, пошли с ними. Это на грудь такая фигура. Есть! Yes. Есть! Yes. Я сказал, кто там Вот коричневый, бежевый, да. Хочешь вид сними, какой вид смотри, отсюда открывается. Ну так, Илюха, мы же не зря это место выбрали, ты че? Все? Сначала пинаешь ногой. Да, можно подружить все. Марина нас фотографирует. А? Я бы сказал, я как бензина приезжаем. Мецада. Масада. По-нашему. Я не просто.
25 велосипедов ему на спину. Не, нам Йоник живой нужен. Йоник, пальни пару раз в воздух, пусть успокоится.